Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Великий пост – самый строгий и продолжительный в православии. 7 недель, на протяжении которых верующие ограничивают себя в употреблении пищи и больше времени уделяют молитве и покаянию. Я думаю, что сегодня мясо совершенно нам не полезно. И не ешьте его хотя бы вот в этот Великий пост, не ешьте. Потому что это трупы, которые мы едим, а еще и не знаем из чего, какие животные. Говорят, что даже крыс нам завезли, из крыс делают колбасу и нам продают. Поэтому потерпите эти 48 дней до Пасхи и будьте благоразумными, и будете здоровыми. Православным напоминают, что любой пост должен начинаться с благословения духовника. С понедельника по четверг первой недели читается Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Во время поста рекомендуют чаще исповедоваться и принимать таинство причастия. Когда мы сейчас живем и что-либо делаем, и какие-то искушения бывают, мы должны претерпеть. Вот в чем заключается пост, а не в том, что только не есть мясо, молока, яиц. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим, всегда ныне и присно и во веки веку. Постом верующие готовятся к встрече главного православного праздника – Пасхи. В этом году она ранняя, приходится на 8 апреля.